Добрый день. Добрый день, Александр Леонидович. Сегодня на нашем семинаре выступает наш коллега, известный математик отечественный, который работает в Государственном университете Грозного. Называется Чеченский государственный университет, который является специалистом в области дифференциальных интегральных уравнений. И сегодня он сделает доклад «Интегродифференциальные уравнения типа свертки со степенной нелинейностью в конусах». Я очень рад, что это не первый доклад, который делает Султан Ажмудинович на нашем семинаре, так что уже много лет мы с ним сотрудничаем. Некоторые наши преподаватели также были в Чеченском государственном университете. Действительно, очень хороший университет и город замечательный. Пожалуйста, Султан Ажмудинович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить профессора Скубачевского Александра Леонидовича, который пригласил меня сделать доклад. Значит, данный доклад – это расширенная версия доклада, который я сделал в сентябре на конференции в Кромше. Вот Александр Леонидович там присутствовал и предложил мне сделать доклад на эту тему. Ну вот вы видите аннотацию. Значит, методом весовых метрик – это аналог метода Белецкого в классе неотрицательных непрерывных на ноль бесконечность функций изучаются интегродифференциальные уравнения вольтеровского типа с разностным ядром и степенной нелинейностью. Вот это уравнение вида 1. Ну, мы будем рассматривать, когда n равно единице и 2, то есть первого порядка и второго порядка. Значит, получены точные априорные оценки для решений уравнения 1. И, используя эти оценки, мы доказываем глобальные теоремы существования единственности и устойчивости решений относительно колебаний или возмущения ядра, неоднородности и показателя степени альфа. Показано, что решения могут быть найдены методом последовательных приближений пикаровского типа, для которых указаны оценки погрешности и скорости их сходимости к точному решению. Ну и мы приводим примеры, иллюстрирующие полученные результаты. Ну, прежде всего, Султан, а важно, что решение не отрицательное? Это важно вообще? Да. Очень важно, да. Спасибо. Поэтому мы будем рассматривать это все в метрических пространствах. А вот, кстати, я как раз об этом и хотел бы сказать, что как выяснилось, что этот метод весовых метрик не очень хорошо знаком, и даже этот метод Белецкого. Поэтому я немножко вот вначале остановлюсь на этом методе Белецкого и на методе весовых метрик. Так, идем дальше. Ну, как известно, это есть монография Гахов-Черский «Уравнения типа свертки». В настоящее время теория линейных уравнений типа свертки достаточно хорошо разработана. Еще есть ряд монографий, Прёсдорф и многих других. А вот в ряде прикладных задач, вот в теории переноса излучения следящих систем, по-другому сервомеханизмов, электрических сетей, содержащих нелинейные элементы, в моделях популяционной генетики и других, возникает нелинейное уравнение типа свертки. Вот подробнее об этом в моей монографии «Физматлит» 2009 года об этом говорится и в недавней монографии Бруннера 2017 год, по-моему. В общем, особенностью исследования нелинейных уравнений типа свертки является то, что в отличие от линейного случая, где основные результаты имеют место сразу для целой серии пространств LP, C, C0, M и других, здесь картина существенно зависит как от выбора рассматриваемого пространства, в котором разыскиваются решения, так и от характера допускаемой нелинейности. Султан Ажмудинович, извините, пожалуйста, вот альфа в левой части у альфа – это степень у? Степень, да. У степени альфа, там квадрат может быть. Кстати, с квадрата все и начиналось, у квадрат х. Значит, в ряде работ Акрасинский, Карапетянца, Бушела, Килбаса, Сайго, Самко, очень многих других изучалось вот интегральное уравнение вида 4. Вот первым был
польский математик Окрасинский, профессор Окрасинский, он рассматривал u в квадрате x. Вот. Это уравнение возникает в теории инфильтрации жидкости из цилиндрического резервуара в изотропную однородную пористую среду. Вот в своих работах Окрасинский показывает, вот как получается это уравнение с квадратом. Оно тесно связано с уравнением Бусиневского в частных производных из теории фильтрации. А также при описании процесса распространения ударных волн в трубах, наполненных газом, при решении задачи о нагревании полубесконечного тела при нелинейном теплопередательном процессе и так далее. Значит, вот это уравнение 4 часто возникает в приложениях. Ну и чтобы быть конкретным, я вот хочу привести вот пример приложения. Вот статья 1982 года, автор Шнайдер. Вот он пишет вначале, что в недавней работе Келлера, вот как раз эта работа о распространении ударных волн в трубах, наполненных газом, возникла следующая задача. Вот нужно изучить вот это уравнение. Вот. Это уравнение как раз того вида, который я сейчас только что представлял. Здесь ядро – это степенная функция x в степени бета минус 1, а роль нелинейности u в степени альфа x играет f в степени 1 плюс бета там, разделить на альфа x. То есть вот конкретно вот это вот уравнение возникает при изучении распространения ударных волн в трубах, наполненных газом. И в этой работе Келлер и Шнайдер, они находят точное решение вот такого уровня. Ну, здесь все задано, поэтому можно и найти точное решение. Вот. И вот важно отметить, что в связи с указанными и другими приложениями наибольший интерес представляют именно непрерывные положительные решения. Вот как у меня спрашивали, вот, почему именно не отрицательные решения. Вот с прикладной точки зрения именно вот положительные решения представляют интерес. Вот в связи с этим мы и разыскиваем непрерывные положительные при x больше на решение интегра дифференциального уравнения 1, которое, как будет показано ниже, тесно связано с этим интегральным уравнением последним. Вот мы получаем точные априорные оценки решения, рассматривая уравнение. На основе этих оценок строим полное весовое метрическое пространство и, применяя аналог метода Белецкого, он похож на метод Белецкого, но не совпадает с ним. Метод Белецкого изложен, вот я нигде его больше не встречал, в книге Эдвардс. Это толстая книга, более 1000 страниц, функциональный анализ. Там вот излагается метод Белецкого. Султан, а кто такой Белецкий? Вот я лично вот к своему несчастью не знаю, это что за математик? Есть два Белецкого, один механик, другой математик. Ну вот сейчас дальше я приведу, будет пояснение насчет метода Белецкого. Султан Ахмадинович, можно еще... Султан Ахмадинович, можно еще раз уравнение 1 показать, чтобы... Давайте. Вот. Потому что дальше будут только ссылки, наверное, чтобы его в голове все время держать как-то. Ну, оно будет повторяться у меня. Я буду рассматривать... Сначала... N это уже производная, да? Да, производная. И причем у меня N будет или единица, или два. Или первая производная, или вторая. Я буду двигаться от простого к сложному. Вот. Это уравнение понятно. Часто будет повторяться. Оно для будет... каких-то производных высокого порядка это, наверное, тоже можно обобщить, но там должны быть не очень конструктивные результаты, да, наверное, так? Или я не ошибаюсь? Еще как не ошибаетесь. Страшное дело. Как только три штриха, я уже бессилен что-либо сделать. Ага. Понятно, даже спасибо. Дальше будет видно, что даже два штриха приводят к таким уже серьезным трудностям. Так, вот я теперь насчет метода Белецкого хотел бы поговорить. Вот. О методе Белецкого я говорю, вот пишу здесь, смотри, реферат на статью Белецкого в журнале «Бюллетень Польской Академии Наук». Кстати, вот еще этот Белецкий, то его Белицкий называют, то Белецкий. До сих пор непонятно. В статье написано «Белецкий». Вот, вот он опубликовал статью в бюллетене Польской Академии Наук. И, значит, о чем здесь речь? Вот если применять теорему Байнаха-Чополи-Тихонова, то нам приходится там на отрезок, где разыскивается решение, накладывать условие, что он должен быть достаточно малым. Вот Белецкий, в чем заключается его метод, он предложил другой способ, он рассматривает весовое пространство, вот норма тут внизу написана, и вот за счет этого веса он может сразу глобальный результат получать. То есть он не накладывает никаких ограничений на область существования решения. Вот. Вот здесь вот написано, что
то достигается простота вычислений, вот благодаря, так, но при этом необходимо, это в классике определенное ограничение на интервал, в котором должно быть определено решение. Автор показывает на примере обыкновенного дифференциального уравнения, что их можно избежать, если ввести соответствующим способом метрику. Потом в этом же журнале, бюллетень после Академии наук, есть и другая статья, представленная академиком Важевским. Он уже к уравнениям в частных производных применяет этот свой метод. Дальше. Вот я напомню фрагмент из учебника Калмогорова и Фомина. После журнала на русском языке, что ли? Я так удивляюсь вообще. Вы показываете текст на русском. Ну да. Ой, такие журналы были на русском языке в Польше. Замечательно просто. Да, вот как видите, да. Это вот бюллетень Польской академии наук. Он, видимо, наверное, переводился у нас еще этот журнал. Такое тоже может быть. Может быть, он даже... Вот это я просто с этой статьи скопировал то, что вы видите, фрагмент. Вот. Что вот благодаря тому, что он в классе непрерывных функций вводит весовую метрику, ему удается получать глобальный результат. Вот я напоминаю фрагмент из учебника Калмогорова и Фомина. Вот рассматривается задача Каши. Она сводится вот к интегральному уравнению 7, к эквивалентному. И вот последнее условие 2. МД должно быть меньше единицы. А D – это как раз длина промежутка, где мы рассматриваем вот эту задачу Каши, на котором ищется решение. Вот. D должно быть достаточно малым, чтобы это произведение было меньше единицы. Это для сжатия нужно. Вот. То есть получается локальный результат. А вот Белецкий избегает этого условия, что отрезок, на котором мы ищем решение, должен быть достаточно малым. Вот, как видите, вот второе условие, МД должно быть меньше единицы. Подбирая D, а D это, вот видите, X минус X нулевое меньше D, сегмент, на котором существует и при том единственное решение. То есть он должен быть достаточно малым вот, в классическом изложении этого вопроса. Это очень грубое условие, конечно. Вот, а для Вольтера там не должно быть таких условий, для Вольтера. Вот тут как раз и Вольтера 7, вы видите? Вольтера 7, и тем не менее условие это в учебнике Калмогорова Фомина МД меньше единицы. Вот. Это я прямо сканировал из учебника Калмогорова и Фомина, этот фрагмент. Напоминаю. Это из Калмогорова и Фомина, из учебника. Во всех изданиях этого учебника. Накладывается второе условие, что МД должно быть меньше единицы. М – это константа Липшица, D – это длина промежутка, на котором мы разыскиваем решение. Так, ну, по этому поводу вот я... Фрагмент из книги Эдвардса привожу. Вот эта толстая книга «Функциональный анализ». Более 1000 страниц в ней. Вот хочу обратить внимание, что он пишет, что вот в классике доказываются теоремы локального существования единственности. И для объединения этих локальных решений в глобальные требуется уже отдельное рассуждение. Получают локальный результат, а потом каким-то образом приходят к глобальному. То есть приходится там трудиться. Вот он пишет, Эдвард, в своей книге, что в недавнее время был получен более эффективный метод, при котором вводится новое определение расстояния, зависящее от постоянной Липшица. Этот метод принадлежит Белицкому. Тут видите, он Белицкий пишет через букву «И» почему-то. Хотя в статьях самого Белецкого там «Белецкий» через «Е». Этот метод, принадлежащий Белицкому, дает возможность доказывать непосредственно глобальную теорему существования. Вот описание этого метода, и он в этой книге описывает метод. Вот нужно отметить, что этот метод Белецкого очень часто переоткрывался. И в результате известный специалист в области интегральных уравнений, автор ряда монографий Кардунинану, опубликовал статью, вот я синим, «Метод Белецкого в теории интегральных уравнений». Довольно-таки большая статья, около 20 страниц. Он обосновал в ней приоритет Белецкого в разработке данного метода. Но я сам на своем опыте убедился, что мало кто знаком с этим методом Белецкого. И единственная книга, где я нашел изложение этого метода, это Эдвардс «Функциональный анализ». Так, ну вот я вам рассказал о методе Белецкого, а тот метод, который я буду применять, он похож на этот метод Белецкого. У меня будет метрика тоже весовая, но там еще будет участвовать априорная оценка снизу, что имеет большое значение для нашей работы. Итак, вот рассмотрим сначала простейшее интегро-дифференциальное уравнение, о котором шла речь в начале.
Тут я убрал коэффициент впереди и неоднородность f от x. Значит, разыскиваем решение уравнения 1, которое в нуле обращается в 0. Ну, это понятно, если тут интеграл, если вместо x я 0, то интеграл от 0 до 0 даст 0. И, естественно, такое условие u от 0 равняется 0. Альфа пока больше 0. На ядро kx накладывается условие. Значит, оно непрерывно дифференцируемо. Производная сама не убывает. В нуле это есть 0, а производная в нуле больше 0. Вот условие 2. Эти условия самым существенным образом используются в моей работе. Вот. Решение уравнения 1 будем рассказывать в классе. Значит, это функции, которые непрерывны на всей полуоси. Дифференцируемый тут 0 исключается. В нуле может быть особенность. Вот. У производной в нуле может быть особенность. Значит, в нуле это 0. Это соответствует тому, что в уравнении 1 написано. И у x больше 0, при x больше 0. Это условие надо для того, чтобы исключить тривиальное решение. То есть мы разыскиваем нетривиальное решение. То, что u равно 0 является решением, это видно сразу. И чтобы его исключить из рассмотрения, мы вводим класс Q01. Только мы нетривиальные. Они и представляют интерес. Султан Жмуденович, а ведь, да, наверное, и из физического смысла это требование следует. Вот то, что вы говорили, задача фильтрации. То есть это, видимо, какой-то либо плотность, либо объем вещества. Да, конечно. Или, вот конечно, или я не прав? Правы. Угу. Правы. Да, здесь вообще-то формально можно, ну формально так чисто говоря, можно это уравнение один. Можно продифференцировать по иксу, получить уравнение там обыкновенно дифференциальное. И получится нелинейность, конечно. Вот там и возникает эта всякая диффузия. Это видно же сразу, да? Формально можно продифференцировать его. Тогда слева и справа, да? Но этого вы не делаете, да? Ну, смотрите, я буду сводить вот это уравнение 1 к интегральному уравнению. Вот именно для этого мне нужно, k от 0 равняется 0. Сейчас вы это увидите. Вот, наряду с этим уравнением 1 я буду рассматривать, видите, интегральное уравнение 3. Тут производная от u перескочила к ядру. То есть это уже интегральное уравнение. Тут искомая функция не находится под знаком производной. Это получается интегрирование по частям. Я могу от уравнения 1 перейти к уравнению 2, к уравнению 3 и обратно. Об этом дальше речь пойдет. А вот это уравнение 3, я им долго занимался, поэтому я и пытаюсь интегро-дифференциальное уравнение привести к интегральному, с которым я умею работать уже давно. Вот это интегральное уравнение 3. В моей монографии там целая глава есть, посвященная вот интегральному уравнению вида 3. Ну вот решение этого уравнения, мы тоже, нас интересует нетривиальное решение. Значит, ну ясно, что в нуле оно должно равняться нулю, а потом у x больше 0, при x больше 0. Тут выскочила эта черная, вы видите или не видите, я не знаю. А вот ушла. Итак, моя ближайшая цель будет доказать, что вот эти уравнения 1 и 3, они эквивалентны вот при этих условиях на ядро 2. Условиях 2. Вот первая лемма. Значит, мы начинаем с того, что интегральный рассматриваем. Если ядро, значит, удовлетворяет условие 2, и у x является решением уравнения 3, то у x не убывает и дважды непрерывно дифференцируемо. Значит, если у x является решением интегрального уравнения 3, то функция у x не убывает и дважды непрерывно дифференцируемо. Ну, то, что не убывает, это видно вот из того равенства, что я написал. У альфа x2 это будет интеграл от 0 до x2. Минус у альфа x1 это интеграл от 0 до x1. Первый интеграл разбиваем на 2, от 0 до x1, плюс от x1 до x2, и объединяем со вторым интегралом. И вот остаток здесь есть. Ну, так как у меня по условию ядро, производная, не убывающая функция ядра, то вот это выражение в квадратной скобке, оно не отрицательно. Само решение тоже в классе не отрицательно. Первый интеграл положительный и второй. То есть это разность не отрицательна. Ну, отсюда мы получаем, что у x2 больше, чем у x1, то есть она не убывает. Ну, всякая монотонная функция, она почти всюду дифференцируема, уже можно ожидать, что есть там производная. Но мы на это не опираемся. Дальше мы доказываем, что решение у x есть дважды непрерывно дифференцируемо на ноль бесконечность функции.
Хотя нам достаточно, чтобы она один раз была непрерывно дифференцируема. Вот я тут применяю классические теоремы, теорема Лебега, вот, и о том, что производная вторая будет локально суммируемой, раз k' от x не убывает, то она будет локально суммируема. Это в книге Калмогоры и Фомин, все эти теоремы доказаны. Значит, и вот я обосновываю, что есть и первая производная, и вторая производная. То есть вот за счет вольтеровости вот этого интегрального уравнения, как мы знаем, интеграл он улучшает свойства функции. Получается, что функция будет непрерывно дважды дифференцируема. Хотя для нас достаточно и одного раза. Теперь мы рассмотрим конус, обычный конус, который вводится в пространстве непрерывных функций. Мы его Q обозначим. Раньше у меня были обозначения Q от нуля, означающие, что в нуле это ноль. Здесь этого нет. У X не отрицательно и так далее. Ну, для полноты исследования без доказательств две леммы я привожу. Они никак у нас дальше не используются, но чтобы иметь представление. Вот. Условие 6, оно необходимо для того, чтобы интегральное уравнение имело нетривиальное решение. А лемма 3 показывает, что когда альфа меньше единицы, там только тривиальное решение может быть. Поэтому смысл имеет рассматривать только в случае альфа больше единицы. Потому что при альфа меньше единицы, вот справедлива такая лемма 3. Она и опубликована в моих предыдущих там работах, что при таких альфа только тривиальное решение может быть. Ну, еще надо заметить, что если мы знаем какое-то нетривиальное решение, то его сдвиги тоже будут решением. То есть вот эта склейка тривиального решения нетривиального тоже будут решениями. И чтобы задачу сделать корректной, мы берем именно поэтому у x больше нуля при x больше нуля, чтобы исключить эти сдвиги, чтобы не было континуум решений. Потому что склейки с любым нетривиальным решением и сдвиги дают новые решения. И как только мы предполагаем, что у x больше нуля при x больше нуля, мы исключаем эти сдвиги, и можно говорить уже будет о единственности решения. Итак, вот мы будем интегральное уравнение в классе Q0. Я уже приводил этот класс Q0. У от нуля равняется нулю. Вот такая основная наша лемма об эквивалентности этих уравнений. Значит, пусть ядро kx удовлетворяет условию 2. Ну, я напомню, что это k от 0 равно 0, k' от 0 больше 0, и k' от x не убывает там, в этом условии. Вот если у x принадлежит классу q0,1 и является решением интегра дифференциального уравнения 1, то это у x будет принадлежать q0 и являться решением интегрального уравнения 3. И обратно. Если уравнение 3 имеет решение у x, принадлежащее q0, то у x будет принадлежать классу q0,1, а там о дифференцируемости речь идет, и являться решением уже интегра дифференциального уравнения 1. То есть интегральные и интегра дифференциальные, они эквивалентны. Вот в одну сторону доказательства. Вот пусть у x является решением интегра дифференциального уравнения. Вот учитывая, что k от 0 это есть 0, u от 0 это есть 0, мы из тождества 1, интегрируя по частям, получаем вот 8. А 8 это как раз получается интегральное уравнение 3. То есть у x является решением интегрального уравнения 3. Теперь в обратную сторону. Пусть у x есть решение интегрального уравнения 3. Тогда по лемме 1 функция у x не убывает и дважды непрерывно дифференцируема. То есть она уже принадлежит к классу q0,1. Поэтому из тождества 3, а тождество 3 это вот у альфа x равно интегральному уравнению k'. Опять интегрируя по частям, мы приходим к 9. То есть получается у альфа x совпадает с интегралом kx минус t у штрих t dt. Это есть наше интегра дифференциального уравнения. То есть тем самым доказана эквивалентность интегрального уравнения 3 и интегра дифференциального уравнения 1. Тут вот мы существенно используем, что k от 0 это есть 0 и u от 0 это есть 0. Благодаря этому одно уравнение сводится к другому. Ну и тогда вот благодаря лемме 4 я могу исследование интегра дифференциального уравнения свести к исследованию интегрального уравнения. Но само исследование интегрального уравнения тоже представляет собой самостоятельный интерес. Вот. Для доказательства априорных оценок
решение интегрального уровня 3, вот, которое играет ключевую роль в нашей работе, нам понадобится следующее интегральное неравенство Чебышева. Кстати, очень редко где оно встречается. Вот это неравенство 10 очень редко где встречается. Вот это неравенство, оно справедливо для любых неубывающих на ноль бесконечность функций v от x и w от x. У меня есть интересная история с этим неравенством. Как-то мне самому удалось его получить, я перекопал всю литературу и нигде не смог его найти. И потом случайно, есть такая книга, Садовничий, Конягин, еще кто-то, Геворкян, по-моему, задачи математических, студенческих математических олимпиад. Там она, в ней страниц 300, первые 100 страниц задачи, другие 200 страниц – это решение. Вот я случайно в решениях увидел вот это неравенство 10, которое там они назвали неравенство Чебышева. Я перекопал все труды Чебышева, но так и не нашел у него неравенство 10. Ну, раз Садовничий, Конягин и Геворкян, по-моему, называют это неравенство Чебышева, мы тоже будем его так называть. Ну, не совсем в таком виде, но, в общем, такое неравенство там есть. И вот наша ключевая лемма. Значит, ну, всегда предполагается, что ядро Kx удовлетворяет условию 2. Напоминаю, это k от 0 это 0, k' от 0 больше 0, и k'x не убывает. И альфа мы берем больше единицы, потому что альфа меньше единицы нас уже не интересует. При альфа меньше единицы там только тривиальное решение и может быть. Вот если у x является решением интегрального уравнения, то у x удовлетворяет неравенством 11. Вот. Ну, всем условиям, допустим, какая функция? Kx равно x удовлетворяет всем условиям. Если взять в этих неравенствах kx равно x, вот условием 2 kx равно x удовлетворяет, то тут будут равенства. Все эти оценки совпадают. И совпадают с решением. Значит, как мы доказываем эти неравенства? Я использую метод доказательства неравенств Гранулова-Белмана, известный из курса дифференциальных уравнений. Вот как доказывается там неравенство Гранулова-Белмана, так и я применяю такой же метод, чтобы доказать вот такие неравенства. Вот. Докажем сначала оценку снизу, что у x больше вот этого f от x большого. Вот я записал это. У нас у x это решение по условию, значит у x совпадает с этим интегралом. K' у нас неубывающая функция, поэтому она больше, чем значение в нуле, вот я вынес, и получилось вот такое неравенство. U в степени альфа x больше этого. K' от нуля интеграл. Ну а дальше уже как в методе Гранулова-Белмана. Я извлекаю степень 1 на альфа из обеих частей, потом, значит, делю обе части, умножаю на k' от нуля, оно у нас больше нуля обе части, и делю на эту квадратную скобку степень альфа, 1 на альфа. А потом интегрирую, получается табличный интеграл. Вот. Можно, когда мы интегрируем, в числитель получается производная вот этого знаменателя. И в результате интегрирования, по формуле интегрирования степенной функции, вот получается там то, что мы видим. Получается, вот этот интеграл в формуле 12, он больше равен f от x. И остается сюда подставить 12. Получается, у x больше, чем f от x. Это способ доказательства неравенства Гранулова-Белмана. Вот. Труднее было доказать оценку сверху. Вот здесь как раз понадобилось неравенство Чебышева. Вот эта разность, она очень мешала при оценке. Но благодаря неравенству Чебышева у нас k' по условию неубывающая функция. А по лемме, если u является решением, то она тоже является неубывающей функцией. То есть выполняются все условия неравенства Чебышева. Значит, я могу от этой разности избавиться. И как только я от нее избавился, опять применяю метод доказательства неравенства Гранулова-Белмана. Извлекаю степень, делю, умножаю обе части на k' от t. k' от нуля у меня 0, а k' от t больше, чем 0. Потому что для любого t больше у нас k' не убывает. То есть здесь все учитывается, интегрируем и получаем, что этот интеграл не превосходит g от x. Вот это совпадает g от x. Подставляем 14, получаем у x меньше, чем g от x. Таким образом, вот мы доказали
эти априорные оценки. Причем эти априорные оценки не улучшаемы, вот я жирным это. В том смысле, что можно привести пример ядра, вот, например, kx равно cx, когда обе оценки совпадают между собой и являются решением как интегрального уравнения, вот здесь написано у x с чем уравняется, так и интегра дифференциального уравнения. Вот из этого примера видно, что при альфа равно 3, вот если я производную найду этого решения, при альфа равно 3, то получается x степени минус 1 вторая. То есть производная в нуле уже не существует. Поэтому в определении класса Q0,1 я и писал, что там C1 и 0 бесконечность, 0 не включался. Непрерывно дифференцируемо на положительной полуоси, но 0 исключается. Вот эти априорные оценки нам понадобятся. Вот я вернусь к ним. Вот, они ключевую роль играют. Вот, у x больше вот этого и меньше вот этой функции g от x. Вот, причем есть пример ядра kx, когда они между собой совпадают и дают решение интегрального уравнения. То есть они не улучшают. Это, кстати, и важно при доказательстве полноты метрического пространства, которое я буду дальше приводить. Вот лемма 5 нам говорит, что если уравнение имеет решение, то это решение должно быть заключено между f от x и g от x. Значит, естественно, искать решение интегрального уравнения в классе P, где f от x и g от x я выписал. Дальше наша цель такая. У меня уравнение u в степени альфа равно свертке. Вот. И мы будем применять принцип сжимающих отображений. Поэтому я наше уравнение буду переписывать из обеих частей. Извлекаю степень альфа. Получится уравнение u равняется tu. И роль оператора t будет играть вот то, что здесь написано. Значит, для применения принципа сжимающих отображений мне нужно, чтобы этот оператор t действовал из p опять в p. Вот это теорема 1. Мы доказываем, что класс P инвариантен относительно этого оператора T. Это интегральный оператор. Здесь штрих стоит у ядра. Ну, так как под интегральной функцией непрерывны, то, естественно, и образ их тоже непрерывная функция. Первое условие, значит, выполняет. Нам вообще что нужно доказать? TU x принадлежит P, это означает, что она непрерывная функция и удовлетворяет вот этим оценкам. Вот по определению класса P. Теперь нужно показать, что ТУ больше, чем f от x. Берем любой элемент из P и доказываем, что его образ тоже будет из P, то есть будет больше, чем f от x. Вот так как у x по условию у нас больше, чем f от x, мы это вот берем степень альфа, чтобы не мешала нам степень 1 на альфа. Вот здесь у t, потом его заменяем на f от t. К'х минус t больше, чем к'х от нуля выносим. И когда мы этот интеграл найдем, мы получим точно f от x степени альфа. Убираем степени, получается tu от x больше, чем f от x. И теперь нужно доказать, что tu от x меньше, чем g от x. Так как u от x меньше, чем g от x, потому что из класса p мы его берем, и функции k'х и g от x не убывают. Вот видно, что g от x не убывает. Сейчас посмотрим. Вот наша функция g от x, kx у нас не убывающая функция. Поэтому g от x тоже не убывает. Так. Ну вот так вот получается. Здесь что радует, все получается. Как бы исследователю не нужно ничего портить, все само по себе получается. Это зверское неравенство Чебышева, конечно, сыграло роль, да? Да, 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 очень. Это не, вот эта разность, она не давала мне ничего сделать. Поэтому вот благодаря неравенству Чебышева я могу от нее избавляться. Да, замечательное неравенство. Вот так. Очень много статей выходит по неравенству Чебышева, но там нету свертки. Там другие неравенства называются неравенство Чебышева. Эта свертка как раз находится между теми неравенствами, которые доказываются. Много статей по неравенствам Чебышева, но и там свертки нет. И в трудах Чебышева тоже я свертки не нашел. Вот единственное в книге Садовничий, Конягин, там еще третий автор, у них нашел, причем не где-то, а в решениях задач, которые я мог и не смотреть. Султан Рахмудинович, по-моему, оно есть в третьем томе Фихтенгольца. Но не, только не, не. Я не помню, это такое, как вы используете, или какой-то другой вариант?
Фихтенгольц, я свою карьеру с него начинал, читал все три тома. Да, ну, посмотрите все-таки. Ну, обязательно посмотрю, но я перекопал. Все, конечно, я посмотрю. Я записываю вот Фихтенгольц, третий том. Спасибо, Александр Леонидович. А можно еще раз посмотреть вот в том виде, который вы используете, это неравенство, 10? А, сейчас. Вот оно, 10. Угу. Кстати, это неравенство справедливо, если обе функции убывают, они, это тоже справедливо. А если одна не убывает, а другая не возрастает, то знак неравенства меняется на противоположный. Угу. Вот это неравенство 10. Значит, оно справедливо, когда обе возрастают или когда обе убывают. Но если ведут себя по-разному, то неравенство меняется на противоположное. Я перекопал литературу, Александр Леонидович, добросовестно. Если вдруг я в Фихтенгольце это найду, это будет для меня... Ну, может быть, понимаете, там имеется в виду под неравенством Фихтенгольца что-то другое, понимаете? Вот. Но то, что есть, это точно. Но может быть, не то, что вы используете. Это действительно очень, очень оригинальное, вот то, что это неравенство 10, которое вы используете. В литературе очень много статей, сотни статей, связанных с неравенством Чебышева, но там свертки нет. Там другое неравенство называется. Ну вот может быть как раз другое и есть. Потому что да, я тоже там скорее всего другое, там свертки нет. Да-да, Александр Ильич, в Фихтенгольце свертки нет. Там обычные, когда одинаково возрастают, одинаково или да. Одно убывает. Да-да-да, там их еще называют синхронные функции. Да, и, по-моему, все-таки во втором томе. Ну, в общем, я в свое время все перекопал, не нашел. Вряд ли там нету свертки. Так, второй том, что там функции с двумя переменными, это скорее, может быть, первый надо смотреть. Я вот все-таки Пихта читал, третий там вообще, не знаю, вот надо посмотреть, конечно, спасибо. Ну, можно набрать в любом поисковике неравенство Чебышева, вы много их найдете, ну, только не с теорией вероятности, конечно. И там есть эти интегральные неравенства Чебышева, но там свертки нет. Вот. Так, ну... Значит, класс P, он, значит, тут какая неприятность? Тут C от нуля до бесконечности, это неполное метрическое пространство. Поэтому нам нужен отрезок. Мы от класса P переходим к классу PB. Тут уже C0B. И вот мы в этом классе будем вводить метрику. Вот мы хотим применить принцип сжимающих отображений. Значит, берем класс PB, он отличается тем, что C до B, а не до бесконечности. Вот АБ – любое число, произвольное число. Ну, поскольку оператор был Вольтеров, и на Х мы никаких условий не накладывали, то раз оператор Т переводит П в П, то и ПБ он переводит в ПБ. Там от Х ничего не зависело. И вот теперь мы введем расстояние вот по такой формуле. У Белецкого там только Е в степени есть. А мы еще, видите, вот добавили Х в степени 1 на альфа минус 1. Вот что мы добавили. Ой-ой-ой, что тут? Что-то я не то сделал. Мы видим ваш рабочий стол. Может, вы просто еще раз откроете ваш файл? А, да-да, сейчас. О, видно теперь? Мне видно. Файл видно, да? Мой доклад видно или нет? Мне видно. Доклад, не знаю, остальным... Нет, начальную страницу видно. А, да-да-да, я вернусь. Я случайно хотел, как лучше, получилось, как всегда. Так. А, вот метрика, вот здесь мы остановились. Значит, чем отличается от метода Белецкого? У меня вот здесь знаменатель еще х степени 1 на альфа минус 1. Откуда берется это х? Это как раз оценка снизу, априорная оценка снизу. Там участвует это х с некоторым коэффициентом. Но коэффициент нам не нужен, а нужна вот эта степень. Х степени 1 на альфа минус 1. Ну и мы доказываем, что это множество ПБ с метрикой РОБ образует полное метрическое пространство. Ну, как обычно, берем любую фундаментальную последовательность. Вот. Потом записываем, что это такое. И
переходим к метрике C0B, и там вот благодаря тому, что и верхняя, и нижняя априорная оценка, они совпадают, там получается, что 0 можно будет включить. Ну, в моей монографии это подробное доказательство. Есть такая теорема? И используя полноту C0B пространства, мы доказываем полноту этого пространства PB по классической схеме. Теперь нам нужно, вот мы доказали, что оператор T действует из PB в PB. Теперь нам нужно будет доказывать, что он является сжимающим. Вот для этого нам придется выбирать вот такое число C из интервала 0B, что выполняется неравенство 17. Ну, такое C всегда существует, потому что альфа больше единицы, K' от нуля больше нуля, и K' у нас непрерывная функция. То есть такое альфа всегда есть. Если взять, изобразить K' от нуля, умножить, найти между этими точками, там много таких точек C. В общем, какая-то точка C, что выполняется неравенство 17. Значит, альфа больше единицы, K' от нуля больше нуля. Такое C всегда есть. И положим бета вот таким. Здесь вот сначала бета было любым, бета больше нуля, и полнота доказывается. А вот теперь нам нужно будет бета выбрать конкретное. Причем под знаком супрема здесь написано C. Это C участвует в условии 17, то C, которое мы выбрали. Это мы используем идею Окрасински, вот этого польского математика, профессора Окрасински. Но мы хотим заметить, что в работах Окрасински метрика вводится по-другому. Он здесь знаменатели, у меня x степени 1 на альфа минус 1, он вводит разность между gx и f от x. И видно по всей статье, его это очень беспокоит. Потому что gx может совпадать с f от x. И тогда знаменатели будут деление на 0. И поэтому он берет g от x в грубой форме, чтобы она не совпадала с нижней оценкой. Хотя он знает по его статье, что эту верхнюю оценку можно улучшить. Вот это навело на мысль, что у него что-то не так. И там такие выкладки, то, что у меня получается, допустим, на полстраницы, у него там на 2-3 страницы доказательства идут. В общем, в результате работы выяснилось, что не нужно брать знаменатели, разность между верхней и нижней, а достаточно взять только нижнюю оценку. И тогда все хорошо получается. Ну и, видимо, о методе Белецкого не знал, он его и не упоминает. Хотя это, конечно, аналог метода Белецкого, специально подбирается вес так, чтобы получать глобальный результат. Вот. И вот похожую лемму Окрасински доказывает, лемма 7. Вот, когда мы выбрали такие числа С и бета, то справедливо вот такое неравенство 19. Оно очень полезно будет, когда мы будем доказывать, что оператор является сжимающим. Ну, тут рассматриваются два случая, когда x от 0 до С и когда от С до B. Вот. От 0 до С это легко. Е минус бета x это всегда меньше единицы, тут показатель отрицательный. А К' неубывающая функция меньше К' от С. То есть неравенство 19 сразу. А когда x от c до b, тут уже мы хотим здесь k' от x представить вот в таком виде. Тут, если все сокращать, что уходит, получается k' от x равняется k' от x. Мы здесь выделяем это бета. Вот это 1 на k' от 0, дальше дробь, это супрем, это есть бета. Поэтому k' от 0 вынесли, здесь единица, а здесь получается x бета. X умножить вот на это бета. Ну а единица плюс альфа это всегда меньше, чем e в степени альфа, известное неравенство. То есть единица плюс x бета я могу заменить на e в степени бета x. А k' от нуля всегда меньше, чем k', потому что k' не убывающая функция. Смотрим начало и конец, переносим e минус бета x в левую часть и получаем неравенство 19. Вот оно полностью доказано. И вот теперь теорема 2. Пусть ядро Kx удовлетворяет условие 2, оно всегда у нас выполнено. То есть K от 0 это 0, K' от 0 это больше 0, вот K' от X не убывает, там написано. Тогда оператор T действует из PB в PB, это мы знаем, и является сжимающим. А именно выполняется вот такое неравенство 20. Вот у нас было условие 17, что K' от C меньше, чем альфа K' от 0. Вот здесь как раз вот K' от C числитель меньше знаменателя, то есть коэффициент сжатия будет меньше единицы. Число c определяется из условия 17. Благодаря этому условию этот коэффициент меньше единицы.
Ну, при доказательстве этого неравенства мы используем теорему Лагранжа, то есть формулу конечных превращений Лагранжа. Вот. Что существует такая точка тета, которая лежит между z1, для любых z1 и z2, вот такой выполняется. Поэтому, если z1 больше z0, z2 больше, z0 больше нуля, а тета лежит между z1 и z2, то это будет больше нуля, мы по модулю можем вот так получить. То, что здесь написано. И у меня роль z нулевой будет играть f от x, которая больше нуля при x больше нуля. Вот, используя вот это вот неравенство, мы избавляемся от этого 1 на альфа, потому что вот благодаря теореме Лагранжа этот 1 на альфа пропадает, и здесь z1 минус z2. То есть будет разность двух интегралов без этого альфа. Вот. Вместо z нулевой я подставляю f от альфа x. Альфа, альфа сократятся. Поэтому, когда вместо f от x я подставлю, чему это равняется? Там и альфа минус 1 сократится, степень. Вот что получится. Получается неравенство 21. Ну а дальше я буду здесь получать метрику под знаком интеграла. Вот в равенстве 21 под знаком интеграла. Буду на что-то умножать, на что-то делить, чтобы получить метрику. Вот. Заметим, что вот u2x минус u1 от x, вот я умножил и разделил на одно и то же, а это супрема этого выражения есть как раз метрика. Вот. Поэтому под знаком интеграла я все это делаю и метрику выношу. Получается вот такой интеграл. Теперь я хочу вот тот аналог леммы Акрасинского использовать. У меня k'x минус t есть, и мне надо иметь еще e в степени минус бета x минус t. Вот я умножил на e бета x и разделил. И у меня получилось k'x минус t, e минус бета x минус t. А это мы доказали, что меньше, чем k' от c. Вот это лемма, аналог метода Акрасинского. Аналог леммы Акрасинского. Вот k' от c. А оставшийся интеграл вычисляется, интеграл от степенной функции. Ну, дальше мы что делаем? Чтобы слева метрику получить, мы делим обе части на этот знаменатель. И справа остается число, которая не зависит от x. Но раз это не равенство справедливо для любого x, и справа число не зависит от x, то и для супремума это будет справедливо. А супремум левой части это и есть расстояние от tu2 до tu1, что равносильно тому неравенству, что мы доказываем. Вот мы доказываем, что расстояние от tu1 до tu2 не превосходит с этим коэффициентом расстояние между u1 и u2. Ну, значит, оператор t является сжимающим. Так, коэффициент. Итак, у нас все условия принципа сжимающих отображений выполнены. Оператор t действует из pb в pb. pb является полным метрическим пространством. И оператор t является сжимающим. Мы можем сформулировать вот эту вот теорему. Если ядро kx удовлетворяет условие 2, то интегральное уравнение типа свертка 3 имеет в классе q нулевое, в скобках и в pb при любом b больше нуля, единственное решение. Ну и в самом принципе сжимающих отображений заложено, что это решение может быть найдено методом последовательных приближений, которые сходятся к нему по метрике ρ b при любом конечном b. Записываем наше уравнение в операторном виде. У нас уравнение было u в степени альфа равняется интеграл. Но мы хотим его записать в виде u равно tu, как в принципе сжимающих отображений. tu это есть как раз в скобке интеграл в степени 1 на альфа. Все требования у нас выполнены, а потом мы обосновываем, кстати, как это делается в книге Эдвардса, что это решение будет единственным и во всем классе Q нулевом. Ну а теперь мы знаем, что интегральное уравнение 3 было эквивалентно интегра дифференциальной. Мы можем окончательный результат вот написать, что получается у нас ввиду эквивалентности. Вот это условие 2, которое все время использовалось. Вот это наше интегра дифференциальное уравнение 1. Вот оно имеет единственное решение. Это решение можно найти в полном метрическом пространстве PB. Это обычные последовательные приближения. Вот сама метрика выписана, что такое бета написано, что такое число c, все указано. И при этом справедлива оценка скорости сходимости. Она тоже заложена в принципе сжимающих отображений. В данном случае Q это тот самый коэффициент сжатия, который меньше единицы. Так. Что мы делаем дальше? Ну, пример приводим. Вот рассматриваем такое уравнение. Вот эта функция у x, она является как решением интегрального уравнения, так и интегра дифференциального уравнения.
Если условия теоремы не выполняются, то все, что угодно может быть. Вот. Если альфа равно единице, kx равно x, то уравнение не имеет там решения в этом классе. А если альфа равно 1, kx равно 1, то уравнение имеет континуум решения. У x равняется c на x степени q, где c и q любые положительные числа. Так что все эти условия. Теперь вот дальше, какое мы обобщение. Вот мы добавляем, дальше я уже кратко пойду, потому что у меня время уже как бы заканчивается. Вот с неоднородностью f от x я рассматриваю. Значит, тут на kx те же самые условия, а неоднородность вот такие условия. Значит, она непрерывно дифференцируема, не убывает и в нуле 0. Это тоже мне важно будет для полноты, что в нуле это 0. Тот же самый класс q0,1, который мы рассматривали без f от x, и ему эквивалент вот это вот уравнение, интегральное. За счет интегрирования по частям. Тут вот как меняются оценки априорные. Вот видите, априорная оценка здесь добавляется f степени альфа минус 1 на альфа x. И благодаря тому, что вот я синим написал, здесь важно, что нижняя оценка, верхняя оценка и в нуле это все 0. Это при доказательстве полноты этого класса PB. Ну и дальше все повторяется. Но здесь еще вот для того, чтобы вот эта метрика, та же самая метрика, но чтобы она была корректной, надо добавить условие 27. Иначе это супрем может быть неограниченным. Вот для его ограниченности достаточно добавить условие 27. И оно хорошо дальше согласуется с тем, что я буду делать. Вот, вот я доказываю, что метрика определена корректно. Это всегда меньше будет конечное число. Вот. И пример привожу. Когда альфа равно 2, kx равно x, f от x равно x квадрат, вот такое решение точное находится для интегра дифференциального уравнения. Так, ну потом вопросы устойчивости. Вот я оцениваю расстояние между решениями через расстояние между ядрами. И оценка расстояния между решениями и расстояние между неоднородностями. Вот благодаря тому условию дополнительному, вот этот супрем, он всегда конечный, вот я здесь написал. Что этот супрем всегда меньше, чем c1 плюс c2. А то условие 17, по-моему, которое было, это и говорит что о том, что эти супремы должны быть меньше бесконечности. Теперь вот с переменным коэффициентом, вот ax у меня появляется. Значит, kx те же самые условия 2, а на ax условия такие, что она непрерывно дифференцируема, не убывает и больше нуля при x больше нуля. Это тоже важно, когда я получаю априорные оценки, на ax будет там в знаменателе фигурировать. И мне нужно будет, чтобы это было больше нуля при x больше нуля. Тот же самый класс. Априорные оценки, конечно, сильно изменятся. Так. Вот такие априорные оценки получаются. И тут важно заметить, что если я возьму ax равное единице, то эти априорные оценки совпадут с теми, которые были. В точности совпадут. Если вместо ax взять единицу. Ну, тут, конечно, пришлось потрудиться. Тут громоздкие всякие вычисления. Но что тут приятно, как бы внутренние силы математики работают, и все гладко получается. Задача исследователя не испортить то, что само по себе получается. Вот, казалось бы, такое страшное выражение, а если разобраться, то это совпадает с верхней априорной оценкой в степени альфа. Ну и далее по аналогии уже идет. Строим метрическое пространство, то же самое С, то же самое бета. И тем же самым способом мы доказываем теорему существования единственности решения. Так, вот эти вот результаты для уравнения 21 очень подробно изложены в нашей недавней статье, вот дифуравнение 2020 год, номер 6. При ax равно 1, это все подробно в этой работе изложено. Теперь вот второго порядка. Ну, казалось бы, вначале достаточно будет предположить, что k от 0 равняется k' от 0 равняется 0. Но оказалось, это недостаточно. Например, вот я, если взять kx равно x квадрат, и альфа равно 2, то у x равное x является решением интегрального уравнения. Это легко видеть. Вот вторая производная, это будет двойке равняться, у x, kx, если x квадрат. А альфа равняется 2. У квадрат, то есть получается x квадрат равняется 2 интеграл t dt. X квадрат, то есть x равняется x получится. X квадрат равняется x квадрат. Но
решением этого не является, потому что тут вторая производ, здесь будет 0. Слева будет x квадрат, а справа будет 0. То есть оказалось, поначалу я думал, что вот этого достаточно будет. У меня k от 0, 0, а k' от 0 больше 0. Но я думал, для второго порядка надо будет и k' от 0, 0, 0, а k2' будет больше 0. Но этот пример показывает, что это не так. Поэтому здесь приходится накладывать вот какие условия. 4. Вот я возьму простейшее уравнение. Значит, мы будем доказывать, что то интегра дифференциальное уравнение, оно эквивалентно вот этому, с помощью интегрирования по частям, опять же. Одно к другому сводится. Ну, здесь приходится накладывать, что тут 3 производные. И надо не только k', но еще и k2' от 0, чтобы равнялось 0. А вот третье производное больше 0. Вот. В результате вот эти априорные оценки вот так вот меняются. Уже такой вид имеют. Вот. Ну, само доказательство довольно-таки громоздкое. Вот. И пример я привожу. Вот такая функция является решением интегрального уравнения при kx равно x кубе. X кубе как раз удовлетворяет всем этим условиям. Третья производная больше нуля. И вот проверку делаю. Она же является и интегра дифференциального уровня, вот эта вот функция. То есть этот пример меня убеждает в том, что действительно надо было брать 3', трижды дифференцировать. Ну и дальше вот записываем в оператором виде, здесь k2', доказываем инвариантность. Я смотрю, у меня там 4 минуты осталось. Вот. Тут уже аналог той леммы уже Акрасинской уже с 2-3 штрихами. Тут появляется x на k, x тут того, такого не было там. То есть получается всякий нюанс. Ну вот, еще что тут важно. Приходится накладывать, вот для эквивалентности, приходится накладывать условие 14. Дело в том, что я ищу в классе u' от 0 тоже 0. Вот чтобы это выполнялось, вот надо, чтобы было выполнено условие 14. Вот, вот что добавляется. Ну, это условие естественное. Там вторая производная, значит, надо еще добавить. Да, это естественно. Да, 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 да. Вот. Вот я с этим намучился. Вот добавляется это условие. Ну, потом оно как раз вот мои примеры удовлетворяют этому условию 14 тоже. Поэтому я сказал, когда будет у меня 3', я уже не представляю, как там можно уже действовать. Там, видимо, добавится еще несколько производных на ядро. Вот, вот эти все выкладки. Ну и тут я анализирую, вот эта функция u от x, она является решением при kx равно x кубе. И видно, что u' от 0 не будет нулем, если альфа, допустим, равняется 3. Тут единица, то есть число получается. Значит, u' от 0 равно 0 только при альфа больше единицы, меньше 3. Вот. И я вот вычислил то значение предела, вот оно чему равняется. То есть когда альфа меньше 3, действительно предел равен 0, потому что тут x положительной степени. Ну и вот это основная литература, я могу много привести. Вот я говорил, что линейная теория в книге Гахов-Черская изложена. Вот нелинейные уравнения, интегральные. Вот в этой моей книге интегра дифференциальных вообще нет уравнений. Я в прошлом году начал то, что сейчас я вам докладывал. Только в прошлом году. Вот хорошая книга Бруннера. Кстати, там и мои результаты тоже приводятся. Вот, была обзорная статья в 91-м. Вот эта книга Эдвардс, более 1000 страниц. И вот эти вот работы Акрасинского, они очень, так сказать, популярны были в свое время. Много ссылок. И Вольферсдорф, немецкий математик, он тоже провел обзор работ в этой области. Ну, правда, в этих работах нету интегра дифференциальных вообще, вот то, что я привел. Вот этот метод весовых метрик, вот до сих пор не применялся. Вот мы начали применять метод весовых метрик для интегра дифференциальных уровней. Вот этот аналог метода Белецкого для интегра дифференциальных уравнений. Вот это вот в прошлом году я начал это делать потихоньку от уравнения первого порядка переходил к уравнениям второго порядка. Вот я ровно в час уложился, как мне Вика сказала, что надо за час уложиться.
Спасибо большое, Султан Назмутдинович, за очень интересный доклад. Коллеги, давайте теперь вопросы. Они их, конечно, задавали в течение доклада, но у нас как-то принято еще после доклада задавать вопросы. Пожалуйста. Султан, большая просьба. Спасибо за доклад, во-первых. Это Алхута. Пожалуйста. Это неравенство Чебышева, доказательство. Я что-то по ходу доклада не смог собрать, как его доказать. Там у меня есть... Юра, ты мне напиши письмо, я тебе вышлю свою книжку, там оно подробно приведет. Султан, я не знаю твой анализ. Где тебя найти? Я сейчас попробую написать, если тут получается. Юра! Письмо. А нет. Юра, пожалуйста, вот я тоже, так сказать, сел здесь как бы набросать. Вот просто мы берем интегральную сумму, и в интегральной сумме, когда вот x минус t1, например, на f от t1, мы заменяем на максимум, либо из... Я сразу не могу сказать. Про неравенство Чебышева говорите? Да, про неравенство Чебышева. Я совсем на максимум из двух, либо с одинаковым t1, либо с одинаковым x минус t1. У меня есть... от того, кто кого больше. У меня есть два очень интересных доказательства, совершенно не похожи на то, что вы говорите. Совершенно не похожи. Это предъявить надо. Тому, кто хочет, это у меня асхаба в Яндекс.ру. Вот у Вики вы можете узнать, мы с ней переписываемся, мой адрес. Я могу выслать мою книжку. Я тогда пошлю, для студентов хотя бы. Это такое, видимо, классическое неравенство, а мало кто его знает. Вот что интересно. Вот вы представляете, даже в трудах собрания сочинений самого Чебышева нету этого неравенства. Ладно, я тут свяжусь там. Хорошо, спасибо. Да, вот через Вику можно. Хорошо. Неравенство очень полезное. Так, коллеги, пожалуйста, еще какие вопросы к докладчику? Султан Ажмудинович? Да. А какие-то есть обобщения на, скажем, на многомерные случаи, вот интегральные операторы... Содержащие функции нескольких переменных, хотя бы двух там, какие-то есть или нет? Нету. Вот смотри, вот что интересно, я еще занимаюсь уравнениями суммарным ядром. Как только знак минус я поменяю на плюс, уже ничего не получается. Вот интегрально суммарным я могу, а вот интегра дифференциальная, этот метод не проходит ни в какую. Казалось бы, минус я заменил на плюс, у меня ядро kx минус t. А вот если я напишу x плюс t, уже все. Ничего не получается. А вот мне кажется, что интересно было бы посмотреть не с точки зрения констатации факта, что есть многие приложения, а вот в приложениях как выполняются как раз те условия, которые вам нужны для того, чтобы что-то содержательное получать. Или нет? Не окажется ли так, что, грубо говоря, во многих приложениях некоторые обобщения будут просто неинтересными, они там, так сказать, не соответствуют физическому смыслу или еще как-то. Вот мне кажется, что тут тоже интересно посмотреть. Да, это знакомая ситуация, часто такое бывает. Ты уравнения изучаешь, они в приложениях встречаются, но, к сожалению, те ядра, которые там заданы, они не удовлетворяют вашим условиям. Такое часто бывает. Угу. Виктория, пошлите мне, пожалуйста, адрес электронный Асхаба Султана. На мою почту, она у вас есть. Вика, да, пошлите. Да, я правда. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, еще какие есть вопросы к докладчику? Александр Леонидович, то, что вы говорите, вот приложение, это очень важно, конечно. Конечно, надо найти так, чтобы были уравнения, вот, чтобы выполнялись условия этой работы. Это важный момент. Ну, есть, на самом деле есть, но мало. Угу. Хочется больше. Угу. Ну, хорошо, тогда давайте еще раз поблагодарим докладчика за очень интересный доклад. Спасибо. Ну, и я хотел бы в заключение сказать, что еще когда мы с Султаном Ажмудиновичем только познакомились, это было много лет назад, наверное, лет... 2009 год. А, ну вот 11, да. 2009 назад. Год. Да, и Султан Ажмудинович у нас рассказал на семинаре
первый раз. Вот как-то с самого первого его доклада было видно, что он действительно очень хорошо рассказывает, доходчиво рассказывает, и доклады его всегда производили очень хорошее впечатление. Так что мне хотелось бы только пожелать новых интересных результатов Султану Нажмутдиновичу, чтобы он у нас почаще рассказывал эти результаты. Спасибо большое, действительно. Вот я благодарю всех. Чуть-чуть что-то меняется, уже не получается. То есть вот такие тонкие достаточно условия, это интересно. Марк, спасибо, Александр Леонидович. Марк. Ты на связи, Марк? Да, Юра, слушаю, да. Как ты через интегральную сумму начал писать? Я просто не успевал, я слушал доклад, а как сходу, так я не мог влепить. В смысле, что я говорил, ты имеешь в виду? Я раз вообще бы шел, ты уже доказал как бы в уме. Да. Вроде да, оно показалось очень интересным, и я начал писать. Смотри, просто заменяешь интеграл интегральной суммой, а потом вот там так, либо x минус t, ну скажем точка, t1, x минус t1 умножить на f от t1. Если x минус t1 меньше t1, то ты заменяешь это слагаемое на k от t1, f от t1. То есть второе не трогай. А если оно x минус t1 больше t1, то ты заменяешь наоборот во втором множителе t1 на x минус t1. Как ты успел, Марк, вообще? Спасибо тебе. Ладно, спасибо. Так сказать, я люблю интегральные такие. Посмотрел, очень симпатично было. И как-то, так сказать, мне кажется, что так оно правильно. Ладно, Марк, спасибо. Давай. Так, ну хорошо, коллеги. Еще раз спасибо Султану Нажмутдиновичу вам. И я благодарен также всем присутствующим. Получается, что у нас в дистанционной форме семинар стало, видимо, легче посещать. У нас появились участники из других городов или из других университетов Москвы. Так все-таки надо тратить время на дорогу. Не всегда это удобно. А тут на расстоянии, видите, как оказывается, можно легко принимать участие. Спасибо еще раз всем. Я тогда прощаюсь до следующего семинара. Спасибо. Спасибо всем за внимание. До свидания. Да, Султан Луиси, привет большой передавайте. Спасибо, Александр Леонидович, спасибо.